Здравствуйте, драгоценные мои друзья. Бесы вселились в бабушку из Омска. Буквально, действительно бесы. Хотя, может быть, это те самые лучи смерти, те самые последствия облучения, а может быть, еще каких-то манипуляций массовых, которые проводятся, ну, во всяком случае, по нашей стране, ну, может быть, и во всем мире это, но у нас это настолько явственно, такие дикие, необъяснимые преступления. В Омске утром 16 февраля большая семья, родители завтракали и услышали из детской внука, ну, там, 8 утра, видно, ребенок еще должен был бы спать, крики, стоны. Вбежали в комнату, бабушка, ну, еще достаточно, в общем-то, молодая, не совсем старая женщина, 57 лет, молотком наносила удары 8-летнему внуку по голове. Родители отняли молоток, она побежала в другую комнату, схватила нож и напала на свою мать, на 87-летнюю старушку, и нанесла ей удары в шею и в плечо. Ну, нож тоже отняли, значит, бесноватая выскочила из дома, там что-то начала кричать, приехала полиция, ее задержали. Она себе она тоже наносила удары, то есть она тоже, так сказать, была изранена. Ну, до этого, я понимаю, что можете сказать, ну, она просто сумасшедшая, приступ безумия. До этого женщина, как говорится, не пила, никаких, ничем-то не занималась. Работала, да, то есть она работала в центре соцобеспечения, то есть работала, ну, как бы тоже, наверное, со стариками, с людьми, ну, которые нуждаются в помощи. И тут вот такой приступ, абсолютно на пустом месте. Приступ агрессии к себе и к своим близким, то есть попытка убить внука, попытка убить свою мать, попытка убить себя. Сейчас, к счастью, конечно, никто не погиб. Внук и сама виновница происшествия находятся в реанимации. Старая бабушка находится тоже в больнице, но не в реанимации, а, в общем-то, раны поверхностные и не такие опасные. Хотя для 87-летней женщины, да, там любая рана уже представляет угрозу для жизни. Ну, драгоценные мои друзья, понятное дело, что медицинский приступ какой-то там. Но мы понимаем, одержимость, бесы и воздействие, аппаратное воздействие на людей. Столько этих, каждый день по стране огромное количество вот этих вот необъяснимых, странных, жесточайших событий, преступлений, самоубийств. Как это можно, друзья мои, объяснить с позиции науки? Да, воздействие, аппаратное воздействие... Разрушает разум человека, и им могут вполне овладеть сущности, которых вокруг нас очень много. А им только дай волю. Да? Конечно, они с удовольствием воздействуют на людей, которые, к примеру, вот, употребляют там алкоголь, наркотики, у них слабая защита, и они подвержены вот этой одержимости. Но и люди, видите, уже и, ну, в принципе, которые должны быть нормальными, уже прямо сходит с ума, и это не тихое сумасшествие, это агрессивные вот такие поведения, агрессивные действия. Поэтому, друзья мои, что же можно? Во-первых, быть осторожней, да, то есть враг может быть в вашем доме, то есть ваши близкие, которые еще могли бы считаться нормальными, могут в какой-то момент действительно так себя вести. Поэтому очищение своего пространства, очищение себя – это, ну, как бы важный жизненный навык, которым нужно овладеть, иначе беда физически может прийти в ваш дом. Все, драгоценные мои друзья, пока, счастливо.